3 февраля по 20 марта в нашем районе проходил ежегодный детско-юношеский фестиваль искусств «Волшебный мир творчества», который стал для нашего района уже традиционным. В этом году в нем приняли участие еще больше талантливых славянцев. С самыми яркими номерами «Юные дарования» выступили на гала-концерте в городском доме культуры. Двери в «Волшебный мир творчества» открылись 25 марта в зале городского дома культуры. Здесь прошел уже 19-й по счету районный детско-юношеский фестиваль искусств «Волшебный мир творчества». В нем приняли участие более 3000 одаренных детей. Это учащиеся школ и учреждений дополнительного образования со всего Славянского района. Фестиваль проводится под эгидой краевых конкурсов «Молодые дарования Кубани», «Коллектив года», а также «Звонкие голоса». После выступления юных артистов на сцене городского дома культуры были подведены итоги фестиваля, в рамках которых были награждены самые талантливые славянцы. Одним из призеров фестиваля стала Алина Кукленко. По ее словам, выступление на гала-концерте для нее – это уже большая победа. Мы вышли в финал, на гала-концерте выступаем. Занимаемся мы этим уже с самого маленького возраста, я, допустим, с 4 лет уже на сцене. Для нас это большая перспектива, мы идем дальше, у нас очень дружный коллектив, и мы будем бороться, стремиться и побеждать. В рамках гала-концерта специальная комиссия, в состав которой вошли представители управления образования, выбрала самые яркие номера конкурсантов. Одно из таких выступлений подготовила Валентина Стригунова из станицы Петровской. Творчество, которым я сейчас в данный момент живу, планирую дальше поступать, идти по своим ступенькам, так сказать, к своей мечте, стремлюсь к своей цели. Победители районного фестиваля «Волшебный мир творчества» поедут представлять Славянский район на краевом конкурсе юных дарований, который пройдет 8 апреля в Геленджике. Алена Лавринова, Михаил Варгулев. Программа «События».